Здравствуйте! Сегодня с новостями города Лыткарино познакомлю вас я, Ольга Белозерцева, в этом выпуске. Ремонт ливневой канализации на улице Ленина. Юбилей лыткаринки Александры Ивановны Бежановой, ветерана Великой Отечественной войны. Начало сезона в фитнес-клубе «Стекс» и новости футбола. На улице Ленина у так называемых 20-х домов начаты масштабные работы по капитальному ремонту ливневой канализации. Еще в августе в рамках выездного совещания глава города вместе с руководителями городских служб по приглашению жильцов осматривал дворовые территории этих домов. Тогда и стало известно, что некоторые причины их негодования, такие как провал, образовавшийся на пешеходной дорожке, и затопленные подвалы, имеют между собой четкую связь. Проведя анализ ситуации, специалисты вынесли вердикт. Обе вышеперечисленные проблемы появились из-за того, что ливневая канализация в этой части города пришла в негодность. Трубы, находящиеся под землей на глубине порядка 7 метров, забиты мусором и ввиду долгой эксплуатации просто разрушены. Дренажи с домов номер 19, 21 и 23 не работают. Таким образом, вода, приходящая с города, скапливалась здесь и не проходила дальше. Поэтому было принято решение о срочном капитальном ремонте этой ливневой канализации. Работы осуществляет компания, уже хорошо знакомая городу, выполнявшая летом замену теплосетей на участках ЛЗОС ДК «Мир» в Петровском и на улице Песчаная. Ремонтируют канализацию в две смены, без выходных, с утра до 5 вечера и с 5 вечера до 12 часов ночи. Сами рабочие утверждают, что несмотря на погодные трудности и риски, связанные с выполнением этих сложных работ на большой глубине котлована, ремонт постараются провести как можно быстрее, буквально за 1,5-2 месяца. Кроме того, стало известно, что никаких отключений водоснабжения в связи с проведением этих работ не предвидится. Также стоит отметить, что сам участок ремонта будет небольшим, предположительно до 100 метров. Пока он составляет около 40. Если рабочим удастся прочистить трубы отсюда, то раскапывать землю дальше просто не придется. Все же эти временные неудобства, переживаемые в настоящее время жильцами 20-х домов, обещают благополучное завершение. После проведенного ремонта вода из подвалов их домов должна уйти. Ольга Белозерцева, Александр Тестов, телеканал «Лыткари». Здравствуйте, дорогие лыткаринцы! Меня зовут Емельянова Надежда. Я представляю издательский дом «СПР.ру». При поддержке администрации города наш издательский дом готовит к выпуску ежегодный адресно-телефонный справочник. Мы приглашаем принять активное участие в его создании градообразующие предприятия, общественные организации, предприятия медицины, образования, бизнеса, организации сферы услуг. Телефон 8 926 473 60 27. Телеканал «Лыткари» представляет широкий спектр рекламных возможностей. От рекламного ролика до имиджевого видеосюжета. От бегущей строки до видеооткрытки. Телефон рекламной службы 8 495 979 44 18. 8 495 979 44 18. «20 сентября 90-летний юбилей отметила ветеран войны Александра Ивановна Бежанова. В честь торжественной даты авиатехник истребительского полка ждала в гости представительную делегацию. Поздравить юбиляра пришли глава города Евгений Серегин и директор фирмы-строитель Анатолий Мичугин. Евгений Викторович вручил Александре Ивановне почетный знак за заслуги перед городом Лыткарино и подарил телевизор». Дорогие лыткаринцы, напоминаем вам, что губернаторский конкурс «Парк Подмосковья» продолжается. Срок голосования продлен до 1 октября. Вы можете поддержать наши парки ДК «Мир» и усадьбы Лыткарино, посетив в интернете портал Московской области «Наше Подмосковье», раздел «Отдых. Парки Подмосковья». С одного IP-адреса ежедневно можно голосовать трижды. Победивший в конкурсе парк получит денежные субсидии на дальнейшее преобразование и благоустройство своей территории.
Вместе с наступившим похолоданием к нам пришли простудные заболевания, а также изрядно попугавший нас в прошлом году грипп. И снова встает вопрос, делать ли прививку от гриппа или не делать. Грипп – инфекционное заболевание, поражающее легкие, которое может привести к тяжелым осложнениям, включая пневмонию. Наиболее высокие риски тяжелого течения заболевания имеют беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети с хроническими заболеваниями, такими как астма, диабет, сердечно-легочная патология и груднички. Именно для этих категорий населения вакцинация от гриппа бесплатна. Именно в этих группах наиболее часто возникают осложнения, такие как отит, гайморит, тяжелейшие пневмонии. Иммунизацию также целесообразно сделать и сотрудникам предприятий и учреждений, чтобы защитить своих коллег на работе. Но для этих целей работодателям рекомендуется приобретать вакцину для иммунизации персонала в предстоящий эпидсезон. Все вакцины на предстоящий эпидсезон вырабатываются согласно рекомендациям ВОЗ с учетом предстоящего вируса на предстоящий осенне-зимний период. Прививка – это реальная защита от эпидемии гриппа и ОРВИ, уверяют медики. Полезность вакцинации давно просчитана. Загляните, к примеру, в свой кошелек. Даже платная вакцина обойдется в 10 раз дешевле, чем лечение гриппа. Прививки на треть уменьшают количество серьезных осложнений с госпитализацией, а количество смертельных исходов в 2 раза. Прививку можно сделать, обратившись в поликлинику к своему участковому врачу-терапевту. Мы стараемся пропустить вас без очереди. Либо на предприятии, в учреждении, только надо предварительно согласовать выход прививочной бригады в ваше учреждение. Делать прививку или нет, принимайте решение сами. Что касается противопоказаний, то они есть, и специалисты всегда их учитывают в непосредственной беседе перед прививкой. А руководителям предприятий не помешает учесть, что 1 рубль, вложенный в вакцинацию, приносит доход в 7-10 рублей. Включиться в прививочную кампанию, заботясь о здоровье своего коллектива, экономически выгодно, ведь каждый третий в период наивысшей заболеваемости уходит на больничный. Прививку от гриппа лучше сделать заранее, в начале сентября. Но и сейчас еще не поздно получить свой укол здоровья. Марина Лопаткина, Александр Тестов, телеканал «Эдкари». Здравствуйте, дорогие лэдкаринцы. Меня зовут Емельянова Надежда. Я представляю издательский дом «СПР.ру». При поддержке администрации города наш издательский дом готовит к выпуску ежегодный адресно-телефонный справочник. Мы приглашаем принять активное участие в его создании градообразующие предприятия, общественные организации, предприятия медицины, образования, бизнеса, организации сферы услуг. Телефон 8 926 473 60 27. Телеканал «Эдкари» представляет широкий спектр рекламных возможностей. От рекламного ролика до имиджевого видеосюжета. От бегущей строки до видеооткрытки. Телефон рекламной службы 8 495 979 44 18. 8 495 979 44 18. Непогода заставляет многих отказаться от занятий спортом на свежем воздухе. Но сентябрьские дожди лэдкаринским спортсменам не помеха. Осенью в фитнес-клубе «Стекс» все только начинается. Вот уже почти 2 года лэдкаринцы имеют возможность посещать современный многозальный спортивный клуб европейского класса. За это время было сделано многое. Клуб успел завести множество друзей, своих постоянных клиентов, обновиться. В прошлом году был открыт спа-салон, появились новые услуги. Спортивный и танцевальный коллектив. Коллективы, занимающиеся на базе «Стекс», успели завоевать множество призов и наград. Но многое осталось неизменным. Например, богатство и разнообразие предоставляемых клубом услуг, высокий уровень профессионализма тренеров и инструкторов, уважительное и заботливое отношение персонала к клиенту. Сегодня в фитнес-клубе «Стекс» проводится множество групповых занятий, буквально на любой вкус. Несколько видов аэробики, танцевальные классы и силовые тренировки. Я веду силовые направления, которые позволяют укрепить все крупные группы мышц. Это тренировка МТ, upper body на верхнюю часть тела, лекс-тренинг на мышцы ног. Веду тренировки из раздела mind-body.
разумное тело – это пилатес, стрейч, который позволяет растянуть мышцы и связки, увеличивает подвижность суставов, пилатес – силовой урок, силовая гимнастика. Веду йогу, аэробные направления, такие как сайкл, степ, аэробика. У вас же есть наверняка постоянные какие-то девушки, которые ходят к вам на занятия. Вы могли бы сказать, что у кого-то вот очень выдающиеся результаты? То есть есть результат вот ваших занятий? Конечно, со временем у клиентов результаты обязательно появляются. При регулярных тренировках, при сбалансированном питании, конечно, все должно быть в комплексе. Нельзя полагаться только на тренировки. Обязательно должно быть правильное питание. Отдельное направление фитнес-клуба «Kinderstex» – это детский фитнес и гимнастика, развивающие занятия, детские танцевальные и творческие студии. В клубе «Stex» у нас несколько направлений. Одно из них я веду – это эстрадные танцы с спортивным уклоном. Называется коллектив «Dream Team». Первый год обучения вот мы набрали, сейчас идет занятие первого года обучения. Также у нас есть занятия для детей, которые не стремятся выступать на соревнованиях, просто хотят для общего физического развития. У нас есть такие группы. Есть группы для совсем маленьких детей, развивающих для занятий. Это от года до двух лет. Есть занятия также по английскому языку. Но это не я веду. Просто английский язык. Развивающие занятия, как подготовка к школе. Также развивающие занятия для детей от 3 до 4 лет. Такой средний возраст. Есть карате. Есть танцевальное направление тоже для детей, но просто эстрадные танцы для детей, которые выступают у нас в городе. Для всех посетителей клуба, предпочитающих силовые тренировки, в «Стексе» представлен полный спектр тренажеров на все группы мышц. В кардиозоне – беговые дорожки, велотренажеры и эллипсоиды. Кроме того, в клубе «Стекс» проводятся занятия по боксу. Инструкторы клуба, настоящие профессионалы своего дела, в любой момент готовы помочь посетителям «Стекса». Моя обязанность состоит в том, чтобы следить за безопасностью в зале, чтобы, если клиент пришел и неправильно, допустим, делает упражнение, его поправить, чем-то ему помочь. В общем, сделать ваш отдых тут и работу продуктивной. Девушка захочет привести себя в форму, но она совершенно не знает, как это делать, что ей кушать. Вы ей поможете? Конечно. Для этого мы, собственно, тут и есть. У нас есть индивидуальные занятия, вот, которые человек может прийти и спокойно договориться. И мы ему совсем поможем. Большой тренерский состав. Спокойно, конечно, подходите. Все мы тренеры прошли обучение, все хорошо подготовлены. Фитнес-клуб оснащен новейшей системой вентиляции. К удобству клиентов – комфортные раздевалки. Работает сауна и солярий. В фитобаре «Стекс» представлен богатый ассортимент не только напитков и еды, но и спортивного питания, подобрать которое также помогут профессионалы. Другими словами, здесь созданы все условия для эффективного и комфортного занятия спортом. Впрочем, лучше всех о «Стексе» могут рассказать только сами посетители фитнес-клуба. Почему именно фитнес-клуб «Стекс» и что в нем примечательного? Ну, нравится все. Во-первых, близко к месту жительства находится. Во-вторых, в принципе, ребята такие все нормальные, спортивные, подскажут, помогут. Вот, много тренажеров, в принципе, что, в принципе, в городе не везде есть. А лучшего клуба, чем «Стекс», я пока в округе не вижу. Ну, по многим показателям. Ну, во-первых, набор станков и, так сказать, отягощение для занятий прекрасное. Во-вторых, высота потолков, светло, воздух, соответственно. Ну, чем выше потолок, тем больше воздуха. Ну, собственно, и все критерии. Можно в буфет сходить после занятий. Ну, во-первых, он удобно для меня расположен. Здесь много разных занятий, в том числе групповых. То есть все, что меня интересует, все здесь есть. И по времени мне подходит, и здесь есть детская комната, что очень большую роль играет лично для меня, потому что у меня маленький ребенок, иногда не с кем оставить, и я ее оставляю в детской комнате. Ну и плюс здесь есть сауна, здесь есть салон красоты. Ну, собственно, все самое необходимое для жизни, чтобы потратить 2 часа времени с пользой для себя, здесь есть. В нашем городе, к сожалению, больше нет подобных мест именно на этом же уровне. И, наконец, ноу-хау сезона 2013. С 1 мая в фитнес-клубе «Стекс» проходят занятия под названием «Функциональный тренинг». Их ведет не просто спортсмен, а действующий член Американской ассоциации фитнеса. Ко всему прочему, профессиональный артист Олег Бакланов. Функциональный тренинг – это
комплексная тренировка, на которой дается возможность тренировать все тело. Вырабатывает как силу, так и силовую выносливость, в основном направленная на выработку силовой выносливости. Практически за одну тренировку в круговой системе, по круговой системе мы отрабатываем все тело, все группы мышц. Но не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Наблюдая за тренировкой под руководством Олега Бакланова со стороны, не сразу понимаешь, куда попал. Здесь и сальто, и мостики, и, казалось бы, вполне традиционные упражнения, знакомые многим спортсменам. Цирковая студия или все-таки занятие фитнесом? Ответ на этот вопрос кроется в биографии самого тренера. Дело в том, что Олег родом из Латкарина, но волею судеб прожил в Америке 16 лет. Окончил фитнес-институт в Лас-Вегасе, после чего долгое время работал в системе цирка Дю Солей. Там ему представилась возможность отбирать людей, мечтающих попасть в один из самых знаменитых коллективов, занимающихся цирковым искусством. Именно в это время Олег Бакланов занялся разработкой своей эксклюзивной программы занятий под названием «Функциональный тренинг». Они были незаурядными танцорами, неплохими артистами, но не совсем не акробатами, не гимнастами. Но желание было настолько велико, что они хотели прорваться в цирк. И появилась такая тенденция, что что мы должны делать для того, чтобы пройти этот изначальный тест, чтобы попасть в цирк Дю Солей. Он подразумевал себе по проверку силовой выносливости, силы и выносливости. Я разработал такую систему, в основу которой входит функциональный тренинг или так называемый circuit training, принцип круговой тренировки. Потому что это явилось таким корнем, можно сказать, что ли, по-русски, да, в подготовке и разработке программы для подготовки вот этих вот артистов, желающих попасть в цирк Дю Солей, для того, чтобы они поменяли либо свою композицию тела, либо выносливость и силу довели до таких кондиций, которые позволило бы им пройти тест. И поэтому я разработал программу, которая в течение 12 недель подразумевала подготовить танцора к тому, чтобы он прошел тест на воздушных гимнастах в цирке. Отработка всех групп мышц и развитие силовой выносливости – вот два основных тезиса, отражающих всю суть функционального тренинга. Из оборудования в зале – нестабильные платформы, подъемные ремни. С помощью этих нехитрых, на первый взгляд, приспособлений можно проработать все группы мышц. Это я показал отжимания, а также здесь, в принципе, можно проработать и спину, причем подтягивание. И если человеку не хватает, большой вес не хватает ему, силы подтягиваются с весом собственного тела, то с помощью таких приспособлений он имеет возможность работать с тем весом, который он имеет, и интенсивность выстраивать в зависимости от угла направленной силы. Поэтому, в общем-то, этот девайс, эти ремни позволяют также работать на растяжку, гибкость можно развивать. Упражнений существует огромное количество. Об их эффективности можно судить по тем успехам, которых добились занимающиеся у Олега Бакланова латкаринцы. Сегодня у него в группе тренируется около 20 человек в возрасте от 8 до 55 лет. Человек, приходящий ко мне, говорил о том, что он не может присесть. У него там колени болят или ноги слабые. А в конце тренировочного процесса, после 3 месяцев, мог спокойно приседать на одной ноге на такой полусфере, которая не имеет стабильности по всем направлениям. Это о чем-то говорит? Мне это говорит о многом. Олег Бакланов на рабочем посту 6 дней в неделю. Кроме того, свой единственный выходной он проводит здесь же, в фитнес-клубе «Стекс», в турецкой бане «Хамам». Одно идет с другим, потому что тем, как, кстати, и делает этот, поднимает на высокий уровень этот клуб, тем, что есть, имеется спа, имеется хамам, где, я, например, пользуюсь хамам в свой день, day-off, в свой выходной день. Я в клуб прихожу все равно только для того, чтобы 2 часа провести в хамаме и
полностью, значит, вот возобновить ресурсы своего тела. Уже около года в фитнес-клубе «Стекс» на радость посетителям и особенно посетительницам работает спа-салон, представляющий широкий спектр услуг: хамам, массаж, ногтевой сервис, косметология и многое-многое другое. Ольга Белозерцева, Александр Тестов, телеканал «Лыткари». Быстрее, выше, сильнее. Утвержден проект Ледового дворца на улице Советской. На месте старой ледовой коробки с пристройкой разместится современный оздоровительный комплекс с скрытым катком. Строительство будет вестись в рамках губернаторского проекта «Наше Подмосковье». К услугам лыткаринцев – комфортные раздевалки, отапливаемые помещения, залы для тренировок. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2014 года. Уже совсем скоро играть в хоккей и заниматься фигурным катанием мы сможем круглый год. Отдел полиции по городскому округу Лыткарино приглашает на работу сотрудников полиции. Обеспечение форменным обмундированием. Возможность получения бесплатного среднего специального и высшего образования в учебных заведениях системы МВД. Бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике Государственного управления МВД России по Московской области. Карьерный рост. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток. Зарплата сотрудника патрульно-постовой службы от 33 тысяч рублей. Зарплата офицерского состава от 43 тысяч рублей. Обращаться по адресу: городской округ Лыткарино, улица Ухтомского, дом 30А. Контактный телефон 8-495-552-0408, 8-926-007-0803 и 8-926-007-0804. А сейчас новости футбола. Рубрика «Футбольное обозрение» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Славянское подворье Л». Сентября на поле в городке ЗИЛ прошла матчевая встреча первенства Люберецкого района среди детско-юношеских школ. Лыткаринская команда «ДЮСШ ФК Лыткарино» принимала футбольный клуб «Звезда-1» из города Люберцы. Встречу открыли юноши 2002-2003 годов рождения, тренер Алексей Садов. Счет в матче открыл Данила Поляков, выведя нашу команду вперед. Люберчане счет сравняли, но Данила Поляков отличился повторно. Футболисты из «Звезды» вновь сравняли счет. Во втором тайме решающий гол с пенальти забил Данила Юкин. 3-2 победили лыткаринцы. После младших юношей играли средние юноши 2000 и 2001 годов рождения, тренер Евгений Вольперт. Матч складывался в обоюдоострой борьбе. Острые моменты были у обеих команд. У лыткаринцев плохо получалась игра в пас. Нападающий Евгений Маркелов сильно передерживал мяч, видимо, забыв о том, что футбол – игра командная. В середине второго тайма люберчане смогли забить гол. 0-1 проиграли средние юноши. Завершали встречу старшие юноши 1998-99 годов рождения, тренер Владимир Шитов. Преимущество в матче переходило от одной команды к другой. Мастерством смогли блеснуть вратари. Лыткаринцы додавили соперника и забили единственный гол в матче. Отличился Эльмир Сафарханов. 1-0 победил ДЮСШ ФК Лыткарино. Сентября на нижнем поле стадиона «Полет» прошел матч первенства Люберецкого района среди мужских команд. ФК «ЛЗОС» Лыткарино принимал ФК «Урожай» Томилино. Уже на второй минуте матча томилинцы смогли забить гол, но лыткаринские футболисты проявили волю к победе. В первом тайме Дмитрий Старостин красивым дальним ударом сравнял счет. А во втором тайме мастерством блеснул Ян Шанин, совершив свой фирменный проход на скорости и перебросив мяч через вратаря. 2-1 победила команда ФК «ЛЗОС». Сентября на нижнем поле стадиона «Полет» прошел матч первенства города Лыткарино по футболу. Встречались команды «Титан» и «Альянс Набережная». Игра прошла на нижнем поле, потому что верхнюю поляну сильно залил дождь. Команда «Альянс Набережная» начала встречу в десятером из-за несвоевременного сбора. Счет в матче открыл Виталий Веселов ударом с пера. После прострела Владислава Лобова мяч попал в Алексея Садова и отскочил в ворота. Так счет стал 2-0 в пользу «Титана».
Во втором тайме «Альянс» возродил интригу. Скидку Александра Никифорова завершил Андрей Пылинский. В концовке встречи, уже почти в полной темноте, подачу Ивана Щербакова головой завершил Дмитрий Демидов, установив окончательный счет в матче. 3-1 победила команда «Титан» и вышла на третью строчку турнирной таблицы. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Футбольное обозрение» компании «Славянское подворье Л». Алексей Устинов, Александр Тестов, Роман Завьялов, телеканал «Лоткари». На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими выпусками, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.ledkarina-tv.ru. Смотрите нас на телеканале «Подмосковье» каждую среду в 20:00 и каждую субботу в 14:00. В студии была Ольга Белозерцева. Всего вам доброго.